А что? Все. Ну хорошо. Вы из Запрещено, войска так и это зона геонетик обороны. охраняемая точка. Так Я сам можно. так надо это делал. Нормально все. О. Вы опять с РПУ хотите долбануть? Паша, лед, что это сейчас было? Ты Паша, враг на забанил канале. Доминика, он РПО забирает у меня. У них Я машинки. помню, в этой миссии И один вертолет у них Обама есть. очень бодро прячет. Да, бан Алло, Паша, ПЗ, что бан это сейчас Паша. было? Объясни, пожалуйста. Тебе показалось. Мы запомнили хорошо. Паша сам себе бан. ПЗ бан. К югу, да. Через один квадрат. Нам гостиница. За зону нельзя выйти, да? Мечный, там нормально вроде. Да, и чехол бы тебе сдали. Так, короче, все перешли или что-то там осталось? Все. Сейчас будет старт. Я рекомендую пока рассосаться быстро, полутаться еще успеете, пока не приедут. Ибо, скорее всего, к нам прилетит в ближайшие несколько секунд, десятков. РПОшка. Подожди, может это хоть там? КВшки какие-то какие поставили? Мне тоже РПО научились пользоваться. Да, они уже здесь научились тоже. А что вы тут такое не поняли? Я еще не загрузился, не стартовать. 2 километра. Это что, больше 2 км из РПОшки? Фига. Да. Так у РПО там, короче, приколку есть, насколько там увеличено. То есть стреляешь... Оптики не хватает, но дальность большая. Нет, там стреляешь типа на 20 метров, на улете там на 200 метров, допустим. Так там десятки метров указаны в прицеле. Угу. Сотни метров в прицеле. Десятки. Десятки, десятки, там 20, 30. Да, 20, так, это 200, нет, там намного даже больше летит. Там просто 1-0 нужно добавить. Это не сотни написано, десятки метров. Ну ладно, короче, главное, что все понимают, что ли как. Сейчас стартуешь, в принципе, да? Уже? А что, готовы мы? Наверное, да. Вот где сидеть. Я, как Обама, спрячусь внизу. На первом этаже? Бункере. А, ты не в гостинице будешь? Вы это, бункер-то заблочите? Чем... Нет, бункер блочится МТВРом и все. МТВР сбегается. А, кстати, можно замутить так, что домик заблочить МТВРом? Там двухэтажный домик еще есть. Тебе гранаты да, закинут. Нет, не гранаты. Так бункер тоже нужно расстрелять, чтобы он сгорел. Гранатами может взорваться, нет, поломать тебя дом и меня. Закинут гранату в бункер и все. Если они узнают, что я там. Но если МТВР перед входом стоит сгоревший, наверное, это наведет их на подозрение. Может, он это сгорел, да, а может, в таком случае проще сделать, как Савер сделал. Взять МТВР, подогнать задним бортом к стенке, посадить сначала, вернее, туда, подогнать к стенке. А об этом все помнят. И все. Ну, в багажник просто МТВР положить его, да и все. Да. Пускай лежит. Про разбегание после старта, помните? Чтобы знать, как бежать там не было. Это разве не атака риска просто... будет? А, кстати, у нас хаммер еще есть с пулеметом. Мы находимся в атакуемой зоне. То есть, по сути, да, это не является. Пистолеты ни у кого не найдется скинуть. Здесь нет ограничения по времени там не атаковать. Там, потом... пистолеты нет. Пистолет есть. Есть пистолет. С двумя магазинами. Ну, пистолет с двумя магазинами скиньте. И даже с глушителем. Если нет, не скинется, я без потом глушителя. На рейс заберу, как соберемся обратно. Скорее где-нибудь возле остановки скину автобус. Нумерации общие покажешь? Там поищу. Да. Я помню, мы в прошлый раз играли, секунд через 20 после начала прилетает ракета от талибов. На спаун. Вот я ну, говорю. Так РПОха. Нифига себе ты. Стартовать-то будем? Да вот они сейчас, Аздоник там, скомандует, как сходить, как РПО наводить. Кстати, какая частота рации? Готово. Дефолт. Текущая, которая будет. А где бункер? Хотя там он КНД на написал... этим. А он, короче, метку поставьте. На юге. Квадратные такие возле фонтанчика в красной зоне. Зона же не отталкивает. Да? Не отталкивает. Мильный триггер. А еще да, там триггер для Обамы точно. Триггер кривоват, лучше к краю не подходить близко. Да, 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 он плавает. Он убивает, что ли? Да. Да. На 100 метров. Где? Думаю. Я на кран поду. Да ну уже во всех. Нет. Между домов, я думаю, самое безопасное место сейчас.
ее установке пистолет ложит. Так, американцы могут покидать центральный маркет. Так, раз. Но не дальше синий. Так, мы будем приходить на 133? Да. Ну да, сейчас просто отбежим. Так будем или не будем, Олег? Джим, я сейчас... Я на гостиницу на крыше буду вертолет ждать, а я пометчик. Можно на стройку заныкаться, можно на двухэтажке. Куда мне идти? А ты кто? Слушай, а здесь камера... Так, куда? О, литник! Литник! Опа! Меня задело на второй. Почему крик, кстати, промал? Мне, пожалуйста, спрызнул кровью. Это еще есть? Кто это на кран полез? Смертник. Еще летит, пацаны. Это не РБУ, это УКшки. Они не долетают. Они убили гражданского. А бомба что? Нет, бомба. Нет, если бы его убили, уже закончилось. Закончилось, надеюсь. Вот опять какая-то неразбериха, что-то где непонятно. Ну, нам надо Обаму куда-то. Где он сейчас сидит? Нам надо понять. Вижу на Обаму. И где ты его видишь? Вот он. С пистолетом который? Да. Чик-чик. У него рашка не так, кажется. Он там не может. Крану можно коммуницироваться? Вообще можно, но там тебе скорее всего засадить. Сейчас покажу, там что-то колыгает даже. На. Угу. Здесь и-и. Ты один расстрелишь с обороны, и потом слезть уже оттуда не сможешь. Так, вижу вертолет. А они только на вертушке могут выстрелить или нет? Нет, нет, машина. Вертолет. Да, вертолет. 120, Хамвик. 140, направо уходит. Хамвик. Он не стал садиться, он пушил. Он пушил. А блять, он же вернулся. Вот, кстати. Что тут будет? Чем нашего убил? А, машина есть. Да. Тоже в зоне нашего убил, сейчас только что. Азим какой на красном? Красный, да, ну, больше легер. Я стреляю по ним, не подбегайте к ним. Кому ты подбегаешь? Азим какой на враг. Сейчас миску дам. От крана ты скажи, ровно юг. Миска враг. Камера у нас или у них? У нас. Камера у нас. А вот это уже не наши. ДШК что? Да. На юге практически по центру их видят. Там черный джипаль, по-моему. Стрелять по хаммеру, походу, по мне. Паша, как ты так, а? Я охренел немного. Ты его убил. Убил? Да. Понятно. У меня разрыв шаблона был, понимаешь? Я не ожидал, что здесь враг есть. Ты атака как? Или оборона? Просто. Просто я даже до спектаторов не могу. Там срывательный триггер, да, вызывающий. На карту надо смотреть. Выходить куда не ходить. Да. Это триггер, херу. Т
согласен. Сколько я там убил, пробил эту? Я уже говорил, отбежал на 30 метров, постоял 10 секунд и сдох. Я себя в пример не буду ставить. А я здесь ни разу от триггера не умер. Я стрелял. Ну я на крыше там вылез. Куда ты стрелял-то, я на крыше? Странно. Куда? Странно. Датская высадка была. А че, Обаму даже не закрыли? Зачем? Вот, а вот приехал. Идеально высадка. Сколько тут всего ехать? В отделение. Удивительно, на этой миссии вертолет еще летает. Его обычно сковыривают очень быстро. Не думаю, короче, на нас. Паша, админ ты или кто-то? Ой, не слышал, что вертолет сейчас вылетит. Говорю, админ ты или спитер? Я сейчас. Слушай, а ты будешь что-то играть? Да? Идешь? Да. Я сейчас буду. Да. А, потому что там низко есть город, который сидит на гранах. Вороняют вроде бы эти штукозы, там русские фронты такие. У нас сколько сотов? Там 40 сотов вроде бы, потому что я попробовал. Там даже 48. Вернее, влезть-то влезем, ну, посмотришь, но... там. У нас 29 осталось. А, еще. Тем более. Ну тогда ладно уже, нам включить чем-нибудь. По балансу не очень. Ну да. Краба целых два красных и кто кого. Я держу на одном на прицеле. А, подумал, что там еще будет. Mm-hmm. И в итоге убили. Вот Mozilla. Слушай, граната бьет же его. А его, кстати, обходят. Спину ему пронесуют прям. Я успел положить, чтобы не мертвали. Обама. Еще раз Обама, что? С оружием. А, ну вот так. Не по правилам. Уже не игру до сих пор. Ну, в принципе, они и так проигрывают. Сейчас тащит КНД, да? А спектра нет, да? Есть. Да, мне так же. Вот такой спектатор эйсовский. Это, наверное, если ты вздыхаешь на триггере, тогда такой включается. Если всех сильно попугает, то... Копай микрошки, копай микрошки. Блин, вдвоем упали.
что не положил. Убил я его, да? Да, только убил. Да. А, вот, все. Мы с тобой разменялись. А-а-а. Так, кто камикадзе пустил? Я хотя бы не бесплатно ушел. Кто пустил камикадзе, он меня убил. Дим, высадку-то убил.